моему парню на моих глазах начала катить какая-то полудохлая касатка. Я, короче, захожу в магазин купить попить. Выхожу из него с 2-литровой бутылкой коньяка, но это я так пью, это не осуждайте меня. И вижу вот это. Неудавшееся творение Адама и Евы. Ты кто? Я такая подхожу и такая: здрасте. Ты кто? Она такая: а ты кто? Я такая: я вообще-то первая спросила. Она такая: ну я Анжелика. Типа, с ним хочу познакомиться. Я такая: а? Тебе бесплатные похороны надо устроить или что? Что ты за пьяный высрыш попугая? Ты кто? Тебе сразу ногой по челюсти дать? Или чуть-чуть подождать? А ждать я не люблю, я сразу в хлебало бью. Короче, вот это вот одним словом фуща блевану ушло. И я такая смотрю на своего парня: ну и как? Удалось познакомиться? Классная чекуля, зацепил, да? А он такой: да я ее почти отшил. Я такая: почти? Ключевое слово, да, бич? Короче, люди смерти перестали бояться.